Педагог-карикатурист Николай Чернышев, еще будучи студентом Магнитогорского пединститута, стал лауреатом престижного в 80-е годы конкурса карикатур на приз газеты «Комсомольская правда». И ему захотелось, чтобы люди чаще улыбались, а подрастающее поколение само умело пошутить. Так он создал клуб любителей юмора в родном городе. На этой выставке в основном работа его воспитанников и последователей. Я живу в этом мире, вот там, где любой предмет может открыть глазки, у него появятся ножки, и там забегает там вилка, там ложка, например, ну, сосиска. Это просто, знаете, ну, не знаю, это какой-то мультфильм, который вот меня преследует из детства. Тут же в выставочном зале Анапской детской художественной школы мастер-карикатурист Николай Чернышев всем желающим сделал дружеские шаржи. Показатель здорового отношения к жизни и к юмору – это умение посмеяться прежде всего над самим собой. На открытии выставки скучать не пришлось. Сам автор взял в руки гитару. Здравствуй, море, Кубань, здравствуй, лето. Я мгновение этого ждал. Никогда не забудется это. Кто не видел, тот все потерял. Выставка карикатур клуба «Клюква» – первая в череде выставок 8-го традиционного фестиваля «Смех Анапа». На этот фестиваль у нас надежда та, что в Анапе наконец-то начнется, значит, влечение детей карикатуре. Мы приглашаем на свой фестиваль всех, кто желает участвовать. Обратить внимание руководителей детских творческих коллективов на то, что этот фестиваль, значит, дает детям возможность проявить себя какой-то с другой стороны, с интересной, вовлечь их в этот мир карикатуры. Николай Федорович Чернышев побывал в 25 странах, удостоен 40 призов международных конкурсов карикатур и юмора. Лариса Басова, Артем Зибров, Анапа регион.